большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в дневное время минус 11, минус 13, ночью 14-16, ниже 0. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака, днем 14 градусов с минусом, ночью также 14, ниже 0. В Тольятти облака, днем минус 11, ночью минус 13 градусов, южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, без осадков. Днем минус 14, ночью минус 16 градусов. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.